Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терромобил на Янаульской 1А. Опорно-двигательный аппарат является основой человеческого организма, обеспечивая его структурную целостность. Но иногда система дает сбой, возникают проблемы. И тут важную роль играет ранняя реабилитация. Главное, чтобы родители в этот период доверяли специалистам. С рождения, буквально с 3-4 месяца, когда приходит ребятишка на массаж, уже можно понять. Ну, естественно, уже делаем приблизительно, смотрим, как выглядит ребенок со стороны опорно-двигательного аппарата. Поэтому не смущайтесь, если такое вам попадается. И ни в коем случае не думайте, что любой специалист вам хочет, вашему ребенку желает, чтобы причинить какую-то боль. Нет, это полное заблуждение. Как отметила Наталья Адиатулина, благодаря своевременным мерам можно, например, снять диагноз ДЦП полностью. В ходе встречи она рассказала родителям о признаках, причинах заболевания и реабилитационных мероприятиях, а также ответила на вопросы. Как говорит организатор встречи Ильгиз Кручев, в планах еще ряд социальных мероприятий. Мы хотим поддержать именно в социальном плане, в социальной адаптации, сводить детей в кино, устроить им праздник, зарядить их эмоциями положительными. Именно поддержать родителей, которые оказались в такой ситуации. Кроме организации мероприятий, реализуется социальный проект «Раскраскин». В детских садах города распространяется бесплатный журнал. Издание содержит интересные задания для совместного решения. Проект направлен на развитие взаимодействия родителей и детей. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.